Песни и стихи о любви, родине и человеческих ценностях. На сцене Одинцовской библиотеки номер один певица Анна Дарская. Родилась исполнительница на Алтае и сразу же влюбилась в музыку. Позже пошла учиться в Академию культуры и искусств в родном городе и мечтала о Москве. Но перед поездкой ее направили в музыкальный колледж сразу на второй курс, чтобы девушка получила музыкальное образование. После окончания учебы мечта Анны сбылась. Она отправилась покорять Москву. Но на прослушивание я попала совершенно случайно, не случайно, к Афанасьевой Людмиле Алексеевне. Это один из самых лучших мастеров, педагогов у нас в стране, к ней очереди стояли. И когда она мне прослушала, она сказала: «Деточка, иди скажи в деканат», Афанасьева сказала: «Вперед». Для зрителей Анна Дарская выступила с программой «Сердцем на чистоту». Вокал, тексты с глубоким смыслом и музыка – все это объединилось в ее выступлении. Вот ради чего стоит ехать за 3500 километров с малой родины, для того, чтобы сложить музыку и песни, чтобы видеть ваши открытые глаза, сердца. В ходе творческого вечера Анна рассказала о своих шагах в творчестве, поделилась секретами мастерства и призналась своей любви к слушателям. И именно на такой чудесной ноте первая Одинцовская библиотека завершает очередной сезон «Квартирников». Завершается он прекрасно. В гостях у нас замечательная певица Анна Дарская. Она собирает очередной раз полный зал у нас. Сотрудники учреждения обязательно приготовят новые сюрпризы для всех зрителей, но только уже в следующем сезоне, который начнется с первой пятницы октября. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».